Дивіться домашнє телебачення будь-де. У вашому смартфоні, на планшеті, комп'ютері і, звичайно, на екрані телевізора. На чотирьох пристроях за однією ціною. Замовляйте послугу на сайті або за номером 460. В Україні поки що фільми, в принципі, не рентабельні, в принципі, взагалі. Все, що дорожить 200 тисяч доларів бюджет фільму, он вообще не может окупиться в Украине, потому что количество зрителей, которые может прийти, у нас очень мало кинотеатров. У нас с бюджетом порядка под 2 миллиона, он не может окупиться в принципе. Это ну как, уже понятно было изначально, еще когда мы заходили на проект, когда мы деньги получали. Вот, то есть половина, кстати, финансировала государство, половина частные инвестиции. Вот. И, но надеюсь, там вот продажи в другие страны, вот, уже какие-то часть продаж сделаны, и то, что будет еще идти, и, ну, там, может быть, телеправа, не знаю, может, потом в интернете появится, но это уже продюсерам вопрос, то есть, что он, может быть, выйдет на нуля, окупится себе. Но в данном, как бы, обстоятельствах и координатах, в которых мы находимся, это успешный проект, в принципе. Индустрия сразу должна везде развиваться. У нас проблемы и с кинотеатрами, количество экранов, и с тем, что очень часто не все, но опять-таки кинотеатры не верят в украинское кино и ставят меньше залов, не в удачное время фильм, понимаете? То есть тут еще нужно работать с кинотеатрами. 100%. Причем абсолютно на личном контакте. Там живые люди, они прекрасно понимают. Была смешная история, выходила сторожевая застава. Все время аншлаг, выходные, и невозможно купить билеты. А на другие фильмы, в котором больше залов, свободные места. Но система кинотеатра не настолько гибка, чтобы перестроиться. То есть они вроде как теряют деньги, не получая эти, но для них это в масштабах, ну, целого года, ну что там, одна сторожевая застава. Ну, ошиблись. Условно, схема такая, что, допустим, идет параллельно какой-то голливудский фильм, у него вдвое больше залов. У нас аншлаг, нету билетов, а там вдвое больше залов, там свободные места. Ну и так далее. И время. Там ставят дневное время, да, хотя бы один сеанс на вечернее, чтобы люди могли после работы посмотреть, а получается тем самым, ну, обрезая количество. Ну, почти каждая наша встреча со зрителями – это вот часть зрителей, которая не видела и очень хотят, а не могут. Кино понравилось, и здесь, смотрите, есть сумасшедший эффект, который не может быть вообще в любом другом фильме, в принципе. Люди увидели, что мы можем делать кино, которое им нравится и качественно. И люди выходили из кинотеатров как соавторы, они говорили: мы, это наше кино, нам понравилось. Понимаете, здесь уже выходили люди, получив двойную порцию удовольствия. Удовольствие от просмотра фильма и удовольствие, гордость от того, что это наше кино, это их кино. Мы что, для них снимали? И это очень здорово. Это то, чего мы не ожидали, то, что мы увидели, когда люди подходят, и взрослые, дети. Ну, понятно, дети там вообще в восторге. И мне подходят и говорят: спасибо вам. А когда будет продолжение? Взрослые люди. Потому что они гордятся, что мы можем снимать. Мы, у нас, нашими силами сняли такое кино, которое им понравилось, и оно классное. Ну, для нас всех это был риск. Мы вообще все снимали впервые это фэнтези, и я думаю, что все получили уникальный опыт, которого не было. Мне было интересно, я хотел снимать кино и стремился к этому. Книга. Я говорю: давайте я прочту, потом скажу, вдруг мне не понравится. Я прочитал, мне понравилось. Быстро прочли? Да, я практически за день ее прочитал. Вот, ну, она действительно увлекательно написана, хотя эта, ну, книга не на меня рассчитана, естественно. Но мне было интересно, я пришел, сказал: классная книга, говорю: ну только давайте ее полностью переписывать. Ну, в смысле, сценарий писать. И вот тогда это возникло, да. Ну, это был 13-й год, я не знаю, мы пришли, у нас был написан сценарий неплохой. А у нас был аниматик, мы понимали, ну, куда мы идем. Да, это была авантюра снимать фэнтези в Украине, но это респект продюсерам, то есть как они на это, что, как они додумались до этого, непонятно. В чем была авантюра? Ну, фэнтези, это самый дорогой жанр и самый сложный, который можно браться снимать, ну, в стране, в которой жанровое кино вообще не снимается. 3, 2, 1, А ты со мною?